дарувати людям радість. Це покликання кожного, хто сповна присвятив себе мистецтву і не зрадив йому ні на одну мить. Споглядаючи ці роботи і вслухаючись в мелодію, яку так пронизливо виграє кеманча, азербайджанський народний інструмент, дістаючи до глибин серця всіх, хто її чує, виникають емоції і розуміння того, де б не жила людина, малу батьківщину і традиції рідної землі вона завжди тримає в своїй душі. Тому й не дивно, що саме в переддень найкращого і найсвітлішого свята весни Авести до майстерні мукачівського художника Ельдара Ефендієва завітали друзі з Ужгорода, представники Конгресу азербайджанців України в Закарпатській області. В гостинності господарів переконалася і наша творча група. Сьогодні багато сюрпризів, і хоча весна ще прохолодна, але я думаю, що ми вам настрою додали, бо до вас приїхали друзі, ваші земляки. А що є найкраще? Ну, що я можу сказати? Я просто рад цьому вниманню, чрезмерному вниманню, тому що земляки зробили більше, ніж я ожидав. Ну, це чиста імпровізація, я, звісно, кроме як спасибо, сказати нічого не можу. Серйозно. Огромное спасибо. А що відчуває голова товариства? Ви сьогодні нам так допомогли, ми швидко добралися до Мукачева. Приятно, що ми от в такий день теж зібралися. Один із почитаємих днів, так сказати, людей Востока, приближення праздника Новруз-Байрама. І от так совпало, що і телевидение, і ми приїхали одновременно. І видите, навіть ми приїхали от... Это на столе восточные сладости и чаепитие. Ну, в принципе, у нас так всегда проводится праздник. Зрозуміло, що пшеничку не приготували ми навмисно, вона вже проростала. Это вы все правильно заметили, потому что всегда в преддверии символ праздника, вот это тоже один из символов. И, праздника, да. Да, пшеница у нас растет и порядка долгое время стоит. Ну, она еще не созрела, как бы, но на начальном этапе. Уже набирает силу. Набирает силу, да. От раз уже ви тут, ми теж з вами вперше знайомимося. Скажіть, наскільки важливо вам організувати людей, азербайджанців, які проживають в Закарпатті, щоб кожен відчував, що він тут не один? Ну, да, знаете, ностальгія завжди, как бы, в нас завжди сохранена. І хочеш, не хочеш, да, ми всі граждане України, но... У нас как бы две родины. Первая родина там, где мы родились, ну а вторая родина, да, а вторая родина тут, потому что тут мы проживаем, я лично, допустим, живу тут больше, чем у себя на родине. Ну и есть такие категории людей тоже не меньше. И всегда ностальгия у нас существует. И поэтому давно еще до, я вам скажу, где-то в 99-м году на... уровне Украины было организовано, так сказать, Конгресс азербайджанцев в Украине, где он зарегистрирован во всех областях. И вот мы проводим какие-то мероприятия, связанные или какие-то национальные праздники. Стараемся по мере возможности собираться и праздновать. Приємно випити трав'яного чаю у колі друзів, поспілкуватися, згадати про традиції свого народу. Навіть холодна майстерня художника стала теплішою. І мені дуже приємно дійсно приїхати в канун такого праздника, тим більше, от стол, він виражає дуже багато. Якщо кому-то непонятно, наш стол виражає дійсно хороший праздник, начало весни, це, ну, не буду говорити о символах, але це дійсно... Приятно. І те, що я сьогодні познайомився з Ельдаром, мені вдвойне приємно. А от що для тебе особисто такий тісний зв'язок із землячеством своїм? Що він означає далеко від Баку? Ох, ви знаєте, був момент, коли я не просто потеряв зв'язь, і я зв'язь не мог потеряти, звісно, з Баку, з родственниками я завжди общаюсь, але, знаєте, розговор. Я став теряти розговор. Потому что по-азербайджански не с кем было говорить. И мне было удивительно, что я в Ужгороде вдруг встретил ребят-азербайджанцев, и оказалось, что их здесь не так мало. Я еще могу поздравить всех наших земляков, азербайджанцев, с наступлением Новруз-Байрама. Желаю всем счастья, здоровья,
праздничное настроение, весеннее настроение. Вот, Норуз Байрамы это означает, что возрождение всех, ну, оживление, возрождение. Ну, это, и ну, дай Бог не последний раз. Дай Бог не последний раз. Семені – так називають пшеницю, заздалегідь пророщену до свята. Вона є незмінним атрибутом Авести, як і святкові солодощі східних народів. Маріам Багірова, котра приготувала справжню азербайджанську пахлаву, додала неабияку насолоду гостям художника Ільдара Ефендієва. Дуже любимо Закарпаття. Дедо щось похоже на наші краї, де ми родились, виросли. Іменно я, де дуже схоже. Ми, звісно, хотіли б тут обосноватися і немножко так, не потеряв свої корні, культуру. Ільдар, тепер буквально кілька теплих слів для своїх друзів, для своїх земляків, які живуть в Закарпатті, своєю рідною мовою. Мен цох шадам, чи менем досларам, кялефлер, мем янома конахчими. От так от, скажем. І переводіть. Я очень рад, що мої друзі приїхали ко мне в гості. Мен де чох шадам ки біз биринчи дефе Елдарын яна гелмишим. О бизим аксаккал кими хөрмәтле бир адамды. Бу байрама göre de Novruz bayramı yakınlaşan gününü hamıyı tebrik edirəm. Hem de arzu edirəm ki can sağlığı. Ну, то есть я сказал, что тоже очень рад, что мы приехали сюда в мастерскую к нашему уважаемому старейшину, так сказать, Эльдару. И в канун, да, к Саккалу, да. Слово, да, да. И пожелания в праздник Новруз Байрамы, ну, всем счастья и здоровья. И все ж, спробовавши смакоти гостинного столу, ми перейшли до повсякденного робочого місця митця, де він же протягом багатьох років творчо працює, аби поспілкуватися і повернутися спогадами в дитинство і юність, з яких і почався його мистецький шлях. Ви вірите в долю? Мені здається, що саме доля занесла вас так далеко, до Закарпаття, на Україну. Адже ви народилися в Баку. То, що я оказався в Закарпатті, да, можна зв'язати з судьбою, предначертанием каким-то. Но, как я вспоминаю, как я оказался, ну, скажем так, по воле моего родного деда, по маме. Глеб Николаевич, который здесь проживал в Ужгороде, царство ему небесное, прожил он большую жизнь, 96 лет, когда он умер. Вот по его рекомендации я оказался в Ужгороде, потому что он рассказывал маме, что здесь очень хорошее училище, Ильдару, если он поступит, ему понравится и так далее. Да, действительно, вот это было, как бы, ну, скажем, началом моей судьбы. Я действительно очень, когда я приехал, 16 лет мне было, на 16, с 15 на 16. Вот, я, конечно, ничего дивного, более дивного, чем Ужгород. Я его даже потом, как выяснилось, оказывается, он был в категории там какого-то 8 или 9 Парижа. Вот даже такие сравнения были. И я скажу, абсолютно согласен, по духу того времени, когда я вот начинал, да, дух был очень мощный такой. Много, мне казалось, очень много художников, очень много писателей, поэтов. Все это было мне в диву. Я был, считайте, был ребенком и впитывал это все как, ну, как губка. Вот. Але це було потім. Все ж, да. Народилися ви в Баку. Да, родился я в Баку. От як пригадуєте своє дитинство? Я родился в Баку в сім'ї художників, в принципі, тому що отец мой, главний художник театру був, професіональний художник, вот, ну, театральний. А мать, ну, скажем так, неудавшаяся судьба вот так распорядилась. Она ходила, очень серьезно занималась в художественной студии и готовилась к поступлению в Киевский художественный институт. Но тут началась война.
И судьба ее, вся семья их эвакуировалась, успели эвакуироваться из Винницы, откуда она родом, и они оказались в Баку. Вот. Дальше от така, судьба свела. Кажуть, що дуже талановиті діти, у тих, в кого змішана кров, да, українська, да, да. Я считаю, що азербайджанська. Да. Вот тут абсолютно точно. Я раньше не понимал этого, а потом, когда немножечко ознакомился с генетикой и прочее, прочее, я почувствовал, что да, тут есть свой огромный плюс. Вот. Верно, это действительно так и получилось. Хотя с детства мой брат, которому он был на 3 года старше меня, он подавал надежды, большие надежды. Во всяком случае, и отец, и мать обратили внимание именно на него. Вот. Но там плюс был еще в том, что он очень был дисциплинированный. Очень был... Добрый учился. Да, очень хорошо учился. И плюс еще, да, он рисовал. Вот. Я же как-то незаметен оказался, потому что очень шебушной был, все время улица, двор, футбол. Диставали батьки. Да, да, да. И в основном все пеклись о том, чтобы, не дай бог, что-нибудь со мной бы не случилось. Вот, вот это была забота. А все остальное как-то проходило мимо. И я дал о себе знать уже как... Попытка, чтобы что-то, чем-то заинтересоваться, это лет 12-13 мне было. Вот. И это все проявилось в Киеве. Именно в Киеве, когда впервые мама нас собрала всех троих и сказала: «Дети мои, я хочу вам показать Киев». Это был 57-58 год. И я, когда тетушка родная мамина жила на Богдана Хмельницкого, прямо напротив памятника Богдана Хмельницкого, на улице Владимирская там проходила. И я был в шоке, когда я увидел этот памятник, мне казалось, ну что может быть лучше. Я, конечно, ужасно хотел его каким-то образом зафиксировать, нарисовать. Ничего не получалось. А рядышком Софийский собор. Я начал ходить, интересоваться, эти купола, этот храм. Конечно, на меня обвораживающе все это действовало. Я встретил старичка, который сидел с акварелью, с кисточкой и писал вот этот основной храм Софийского собора. Для меня это было, конечно, что-то такое колдовское, потому что я смотрел, мне казалось, что лучшего быть художника не может. Он настолько блестящий. И так быстро он создавал вот этот этюд этого храма, когда писал, что я просто заболел. Вот. И я уже не выдержал, там, я не знаю, каким косноязычием, но я пробился к его вниманию, что, дескать, я бы тоже очень бы хотел вот так. Он говорит: «А какие проблемы? Так купи себе там акварельку, там, кисточку, завтра я буду здесь, и вот сядешь рядышком». Мне казалось, все, действительно, если я сяду рядом, я с того момента, наверное, вот точно так же и напишу. Я побежал к маме: «Мама, то, вот такое вот, давай». Мама никаких проблем, купила мне пачку карандашей цветных, красок, акварели тогда, слава богу, все это не так дорого стоило. И я уже не помню, насколько мы там договорились с этим художником, но я точно помню, я за час, чтобы не опоздать, за час до этого назначенного срока прибежал и бегал по двору, ходил, не дай бог упустить или потерять, или не найти этого старичка, потому что я буду без рук. И он появился, мы сидели вместе. Я очень сожалею, конечно, если бы я знал бы, что когда моя судьба сложится, и я стану, или буду пытаться стать художником, надо было, конечно, записать, кто этот старичок, что за художник был. Сожалею, что я. Но вот с него все и началось. Он оказался для меня, не скажу талисманом, но вот тем толчком, что ли, где я почувствовал, что это мое, вот мое. И после этого еще где-то 2 года я учился. И потом уже, когда мой дед приехал к маме, и вот они там разговор завели, как быть с Эльдаром, что с Эльдаром. И мама говорит: «Ты знаешь, он там что-то рисует, он там что-то пишет».
Вот. Они посмотрели, и дед говорит, ну давай, давай будем готовить его в училище. На каком отделении в итоге учился? Я тогда учился на художественной керамике. У нас был, значит, из всех педагогов, которые действительно оказали, ну, влияние в хорошем смысле и по-настоящему ввели, так сказать, в мир искусства, я благодарен, конечно, таким, как Медведский Николай Викторович, царство ему небесное, Эдита Федоровна Медведская, это его супруга, вот, она, кажется, еще, слава Богу, пребывает в здравии. Вот, потом я могу вспомнить, был когда-то у нас очень хороший педагог Коптев Андрей Андреевич. Вы бачите, как вы их памятаете, да, по имени? Да, да, Андрей Андреевич Коптев. Чудеснейший человек был. Потом я помню очень хорошее воздействие и влияние. Виталий Борисович Звенигородский. Чудеснейший был человек. Прекрасный педагог был. И я помню еще очень хорошо, ну, Павел Карлович, я уже упоминал, и как директор, и как педагог, он был прекрасным рисовальщиком, великолепные давал знания по рисунку. Ну, возьму я на себя такую смелость сказать, на протяжении всех 5 лет, Павел Карлович, я недавно, еще задолго до смерти мы виделись, и он мне признался, что я был один из его любимых. Так что я не подвел. Вот так сложилась судьба у меня, связанная с пребыванием в Закарпатье. Тот же в 1967 году я поступил во Львовский государственный институт прикладного декоративного искусства, где, да, тоже не жалею, потому что там очень много прекрасных художников, вот, которые, естественно, воспитывали, естественно, давали мне знания. Ну и сколько я мог, столько и взял. Художник, чиї роботи популярні серед прихильників його мистецтва. Тому й не дивно, що їх у майстерні обмаль. Та все ж майстер лишає собі на згадку, фотографуючи їх. Тому, що ви щодня не покидаєте мольберт, це дуже важливо. Да, з 9 до 9. Это столько, сколько меня хватает. Раньше было ещё. Мне ещё повезло, что у меня семья очень хорошая. Да, все, а что значит хорошая? Ну, все терпят меня. Это большая заслуга. От ви в нашій телефонній розмові сказали, я запитала, чи не шкодуєте ви, що ви обрали саме от таку життєву дорогу, що ви стали художником. Ви сказали, що я до цих пір не вірю. Да, да. Правда? Да, мені не віриться, тому що це була мечта моя. Ну, мені і зараз ще, не, знаєте, со всій уверенностью сказати, ну, може бути, я і художник, але от який я художник, мені тяжело сказати. То, что я чувствую себя художником, это да, это правда. А вот какой? Очень плохой, очень хороший, не смогу сказать. Ельдар Ефендіїв, він вірить у долю. Все, що з ним сталося в житті, закономірність. Талант, якщо він є, сам прокладе шлях до мистецтва. Ще в 1976 році художник вперше взяв участь у виставці «Молоді з країни», яка проходила в Москві, а через 3 роки став членом спілки художників Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Сьогодні, як і завжди, він працює для людей і для душі. Багато читає і вчиться все своє життя. Про це свідчать цікаві зібрання у його особистій бібліотеці. Він прихильник поезії великого азербайджанського поета Низамі. Його роботи, написані за творами маестро, є ще одним доказом його визнання.
Без сердца ты в нем не поймешь ничего. Объяснение его многословнее его. Доколь оно есть, ему честь между людьми, добыть ему свежим в устах незами. Яка веде до храму. В моєму розумінні родина, сім'я – це також храм. От пригадайте в молодості, якою у вас була ця дорога до храму? Ви знаєте, мені повезло. Я не знаю, я за неї, за супругу свою розписуватися не буду. Но і взагалі по житті так вийшло у мене, що я ніколи не спрашував, любить ли вона мене. Ви знаєте, мені завжди було важливо, люблю ли я. Вот это было очень важно. А с другой стороны, люди спросят, как же так? А очень просто. Ну, если я люблю, если эта женщина рядом, если эта женщина по любви родила сына, потом дочь, то зачем спрашивать? Это же все видит Бог. Не под насилием же все происходило. Значит, и спрашивать не надо. Ты заботишься только о том, любишь ли ты. Вот это очень важно было для меня. И слава Богу, а если даже на самое худшее пойти, если даже она меня терпит за вот эту любовь, то я очень благодарен. Я буду считать, что она меня любит. Вот это выражение. Если вот оно, да, она действительно, она очень скупа, она, может быть, и не скажет, но всем своим существованием, вот всем своим, тем, что она мне делает, и то, иначе я назвать не могу. Вообще меня любить невозможно, меня можно терпеть. И это правильно будет, очень будет правильно. А из романтических моментов я помню, да, я как-то сидели мы с семьей, там что-то такое, зашел разговор, свидание, не свидание, а я говорю, дети, а вы знаете, что я к вашей матери ездил с Ужгорода на ХВЗ-велосипеде каждый 2-3 дня на свидание к матери вашей в Мукачево и обратно в тот же день. И у нас была договоренность, что как только я приезжаю, я обязательно поднимаюсь на главпочтамт, звоню, что я доехал. А теперь спросите, как долго это продолжалось, пока не украли велосипед. В один прекрасный день я спускаюсь, вернее вечер, поздно, я спускаюсь, я смотрю, велосипеда нет. И так вот. И тогда вы одружились? Нет, еще долго. Мы поженились, когда я был на втором курсе института. Наша розмова промайнула як мить, а художник Ільдар Ефендіїв знайомив нас із своєю родиною. Тут він ще маленький зі старшим братиком та сестричкою, а це його красуня-мама, українка з Вінниччини, і батько, дідусь, котрий зіграв величезну роль у його творчому шляху, дружина, діти – це найдорожче, що є в його житті. У вас є онуки вже? Ні, внучка є, да, у сина, да. Син женат, він живе з Сургут, да. Ну, він там знайшов свою судьбу, і він там працює художником-дизайнером. Вот, да, он тоже, да, он тоже учился во Львовской государственной нашей. Да. А вот Донька? Он пошел, а Донька нет, вот Донька не захотела. Она захотела стать финансистом, аудитор, да, финансы. Значит, финансы, это же вид, да. Деда, вид прадеда. Да, он вид плановик, прадеда. Он был плановик. Так. Он был плановик, да, экономист плановик. Кстати, дед мой и его брат Олег старший, который прожил 104 года, они получили, еще в то время, до революции, они получили
хорошее образование в Швейцарии, высшие агрономические курсы какие-то там выше, да не оканчивали. Вот так вот. Ми прощалися з Ельдаром, залишаючи його майстерню і приємні враження від спілкування. Його життєвий девіз «Бачить кожен, хто побував тут». Це так важливо – не зраджувати собі ні в житті, ні в мистецтві.